Это керамический мусат для правки ножей. По сути, это мелкий абразивный материал в виде стержня. Со временем поверхность этого мусата стала очень гладкой. Она попросту зашлифовалась от трения ножей, и мусат перестал работать. Чтобы его восстановить, нужно соскоблить с него верхний гладкий слой надфилем с алмазным напылением. Форма надфиля подойдет любая, но обязательно с алмазным напылением, так как алмаз прочнее абразива, и только алмаз при трении счистит гладкий верхний слой. Появляется более светлый и чистый абразив. И так по всей поверхности. Чтобы было меньше пыли при чистке, лучше смачивать надфиль водой. Совершенно спокойно можно обойтись и без тисков. Вот так. Когда верхний слой абразива и грязи счищен со всей поверхности, надо промыть мусат в воде и протереть. Как новый, мусат, конечно, уже не станет, но работать им будет можно, пока он опять не зашлифуется. Мусат нужен не для заточки, а для правки ножей, то есть для доводки или подводки режущей кромки ножа. Поэтому большого усилия прилагать не надо, и только легкий прижим тут уместен. Иначе мусат опять быстро отшлифуется, забьется и выйдет из строя.